Всем привет! Это Зимплей, и сейчас я буду показывать все секреты в Тохобоко. Ой, закрытую. Так, ладно. Все секреты в больнице, как вы поняли, на нулевом этаже пока что. Мы, возможно, спустимся еще на второй, на третий и так далее. Сначала мы начнем с первого этажа. Так что погнали. Как вы видите, я тут надо нажимать на эту штуку. Я тут немного поиграла, нажимала. У меня выпал этот кристаллик. Надо нажимать на эту штуку, так. И будет выпадать одежда. И еще не только одежда, но еще и кристалл. А кристалл выпадет, когда вы поднажимаете, и у вас выпадет кристалл. Почему что-то тискается? Не люблю, когда у меня ничего не получается. О, все. Так, давайте пойдемте в пещеру. А тут шубка, давайте на мир. Надо перезаружиться и надеть все вот это. Чтоб не заразиться. А кнопка еще одна. Вот она. Вот. Тут открыто, ладно. Чтобы вам было поинтересней, я нажимаю на все кнопки, чтобы перчатка открыл. Так, Значит, всего две кнопки. Одна кнопка, где мы были? Всегда забываю, что там кнопка. Так, все поняли. Еще надо одну кнопку нажать. А где она? Без понятия. Вот, если что, если вы не знали, вот. А так тут секретов нет пока что. Нужно найти. Вот. И вот, давайте возьмем фонарь. Тут надо откопать. У нас тут паучок. Я боюсь пауков. Уйди. Уйди тоже. И берем кристалл. И погнали. У нас вот такая лаборатория. Так, все. Закрываем. Вот и все. Погнали. Так, я тут уже и поиграла немного в больнице. У меня некоторых локаций, конечно, нет. У меня нет взлом, я это покупаю за свои деньги. Так. А что я втыкаю? Погнали мы за моей одеждой. Вот и все. Свет, погнали. На второй этаж. Давайте сначала на второй, потом уже на третий. Встретимся на втором этаже. Вот мы уже на втором этаже.
про младенцев почитать, ля-ля-ля. А тут опять малыши. Ой, какие маленькие. И вот, смотрите, открывается этот люк, и смотрите, опа-опа-опа-па. Я вообще на втором этаже первый раз. А нет, первый раз. Вот такой вот секретик тут есть. Давайте посмотрим везде, а. Ну, давайте. Если кто не знал, что это... Ну, кто мало, кто не знает. Наверное, 1% не знает, что вот эти шторы закрываются и открываются. Наверное, это все знают. Давайте закроем их. Это все, наверное, практически ставят. Его, игровая зона. Давайте мороженое сомневаю. А чё, нельзя? Давайте, позавтракаем. Потом продолжим. Чипиться с игрушками, ладно. Ой. Напилась. Так. Тут. И тут. Аж. А тут уже больше секретиков нет. Только один секрет. Встретимся на первом этаже. Вот мы и тут. И первый секретик, который я знаю, это вот тут есть. Во кто. Ну, конечно, много блогеров знают, много людей знают все секреты, которые я показываю. Здесь, что я не зря это снимаю, потому что я видела это у других еще блогеров. Ну, что тут за секретики тут есть? Ну, смотрите, ну что тут есть? Ой. Я что-то показываю, что я... Что это? Это. А, наверное, я не буду это озвучивать. Все. Ого-го. Я не очкарик, потому что... Так. Так. Какая милая игрушка. Тут мы уже были, да? Ладно. Вот смотрите. Вот давайте спустимся на... На нулевой этаж. И там... Короче, все сделаем. Встретимся там. Вот где все это. Вот где этот маленький ленинёнок. Ленинец. Так. Ой, это что такое новое? Фу, где? Ну что тут еще за секретики есть? Картина не снимается. Все, на этом видео заканчивается. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ну что,
Если у вас нет больницы, пишите в комментариях, что мне еще снять, поснимать. Короче, что вот от вас, лайки. Всем пока-пока. Простите, что когда вы были на первом этаже, я закрыла пальцы. Я эту штучку сделала. Тут что тут есть? Всякие таблетуши, молотуши. Ой. Всем привет. Будь тут. Кстати, вот. Кто не знал? Прячется вот тут, вот прячется эльф. Ква-ква-ква-ква, тут должны вот эти вот упасть. Ладно. Где добыл такой шкафчик? Давайте походим сюда. Стоп. Я забыла, что на третьем этаже. Встретимся там.